Привет, друг, с тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Smotr Rage, все как всегда. Наконец-то комбо из трех роликов по CCD прервалось, и сегодня мы снимаем на смотре, как вы поняли, вот, и продолжаем нашу рубрику... И продолжаем нашу рубрику, где мы покупаем тачки, которые лучше за некую сумму. Сегодня, как вы поняли по названию и по превью ролику, эта тачка стоит всего лишь 6 миллионов, но по факту она стоит даже меньше. Но просто сейчас она 6, я позже расскажу почему. Она лучшая для всего. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что на этом сервере у меня свой личный промокод Evan. Вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Сдавай на права и работай на свою мечту. А также, если ты еще не подписан на этот канал, подписывайся, чтобы не пропустить много интересной и полезной информации. Наша цель 3,5 тысячи подписчиков к Новому году осталась совсем немножечко. Поэтому давай сделай из красной токой сервер. Эта тачка стоила 1,5 месяца, где-то рынок был 5,5, 5,7. Сейчас рынок вырос до 6,6,2. Ну, кто играет на сервере, наверное, понял. А сейчас я подойду к ней как-то красиво, так чтобы вы сразу видели. Вот. Значит что, готовы, да? Да, это банан. Вот такой вот красивый, на перламутре, черный, с голубым перламутром, хотя вот здесь на солнце при этой погоде это кажется, что он такой как бы фиолетовый, но по факту он такой темно-темно-синий на дисках. Номер OVR88787, ну это, наверное, кто-то покупал. Вот, всего лишь 3 владельца, я третий владелец. Вот, и купил его за 6 миллионов. Да, конечно, мне предлагали полмесяца назад где-то вот такие бананы. Там 5-7 владельцев было за 5,3, 5,2, 5,5 они продавались, 5,7, их было овер дофига. А как только я захотел их купить, сразу их вообще на рынке не было. Мне тупо найти объявление с бананом было сегодня даже утром сложно. Вот, и к вечеру я нашел вот такой вот банан. Как это было, можете посмотреть. Ну давай, 6. Хочешь, бери, нет, не хочешь. Ну пошли, пошли. Два владельца норм, пойдет. Вот и искать не пришлось. Вот, 5 секунд даже не прошло, я его нашел. Да-да-да. А, понял. Так, 6 лямов, короче, покупаем CLS. Дорого, конечно. Очень дорого, потому что если вали по 5,5, мне за 5,3 предлагали. Но пофиг. Все, пофиг. Благодарю. Давай, удачи. Взаимно. Да, только перед этим я хотел купить банан. Я не спрашивал, сколько владельцев. Мне пацан хотел продать банан за 5,8, на котором было 16 владельцев. Это капец. Вот так он выглядит. Нет, мне кажется, это просто идеальная тачка. Она очень красивая. Кстати, это мой первый банан вообще на всех серверах. Ну да, на CCD был в предыдущем поколении, 217 или 18. Нет, этот вроде 18. Значит что, давайте сразу пройдемся по характеристикам. Эта тачка стоит как бы с ГОСа 5,9. Я взял ее за как бы 6, да, это уже не очень. Вот, но рынок на ней сейчас вырос, потому что это одна из самых популярных автомобилей за эту стоимость. Продажа в ГОС стоит 4,4, не особо. ФТ стоит на нее 1,3. Рыночная стоимость где-то, ну да, я уже говорил. Максимальная скорость 300 км в час. Мест в багажнике 7. Объем бака 80 литров, ну и заправлять можно ее 98 и 100. В этой тачке настроен топовый хендлинг, что она капец как хорошо управляется, тормозит, ну в принципе по меркам смотри тоже нормально, вот смотри, тапочку в пол затормозил. Вот если сейчас буду ее закидывать, смотри, я максимально пытаюсь закинуть, вот, теперь развернул, но это уже слишком. Вот так ее закидываю, ее вообще не разворачивает. Ну, это, конечно, чип влияет. Давайте сразу к чипу поедем, вам его покажу. Он, в принципе, вот здесь чип. Здесь меня где-то никто не сольет, вот. Это первое. И второе, что она капец, как едет до 100. Ну, вообще, как она ускоряется. Кто ехал на Drag Racing, видел, что первые места занимают бананы. Я сам офигел, когда первый раз приехал. Если вы, кстати, не видели ролик, как я ехал на Drag Racing, как там вообще все происходит, ссылочка будет в описании, можете зайти посмотреть. И там первые места занимали бананы. Первое время, но сейчас занимают как бы бананы, слэш, другие автомобили. Они же добавили Jaguar, который тоже капец как быстро едет. Также, ну он стоит тоже где-то в районе 5-6 Jaguar, но он не такой красивый как банан. Jaguar какой-то такой, как колхозный такой себе. И еще Tesla, вернее не Tesla, а этот, Taycan,
капец как едет, но Тайкан стоит 16, этот стоит 6, так что это тоже стоит как бы учитывать. Вот, давайте, например, вот встанем вот здесь. К сожалению, на смотрение этого Race Logic, вот этого Драгона, вот это все, чтобы мерить тачку 0, 100, 100, 200, 200, 300, там, квотер, милю, надеюсь, насмотрю, скоро это добавят. Знаешь что, давайте так просто померяем, вот так я отпускаю. Сотка. 200, но это мне еще комфортный чип, 300, все. Конечно, здесь по кочкам, можете сказать, нет, но она едет прям очень хорошо. И рулится намного лучше моего GTR, хотя он и 310, и эта тачка, мне кажется, даже может дернуть мой GTR. Поэтому мы поехали сразу на чип. А, кстати, в конце ролика я же ее не взял для того, чтобы ехать по прямой. Я же ее взял для того, чтобы еще боком валить. Она офигенно едет боком. Хотя это может показаться очень странным, что целая беру для боком, если берут там сливы всякие, марки, не марки. Вот, но целая тоже едет неплохо боком. Можно сказать, я это увидел после того... О, кстати, вот Ягуар приехал. Он такой колхозный он какой-то, не знаю, мне не нравится. После того, как я не опер, купил себе банан, и он его затюнил, и боком ездил. Также кран. Пацан тоже ездил боком, у него тоже есть CLS. Он делает чиповки, кстати, мы его позже увидим. Давайте я вам покажу чип, вот трансмиссия, вот тормозная система. Вот вниз. Колесные тяги, вот. Может, кому надо будет. И чип офигенный. И подвеска. Здесь стоит, кстати, не приват. Обычный. Вот. Сохранение. Давайте его сохраним на всякий случай. Знаешь что, цвет у нее, как вы видите, вот такой черный. И перламутр у нее стоит синий. Да, такой достаточно богатый. Красиво, кстати, зашел. А неонка есть у нас? Нет, у нас неона нет. Ну и хорошо, что нет, потому что это 2000-е какие-то, андеграунд, все дела. А, вот черный, перламутр синего, он едет, переливается вообще очень по-богатому. Но я себе хочу черный банан. Я хотел его когда-то черным, вот я хочу себе черный. Хотя он смотрится идеально в этом цвете, но я хочу себе черный банан. И жалко, что на банана нету, кстати, внешнего тюнинга. Вот это обидно. Если был бы еще Night пакет, либо карбончик, был бы вообще идеал. Знаешь что, первое, что мы сделаем, это изменим диски. Они вроде здесь не колхозные, красивые, но я хочу MG Edition 1. Мне кажется, я единственный человек, который просто обожает эти диски и лепит их на все. Диски 100 тысяч стоят, ну такое, да, не особо мало, не особо дорого. Не Rolls-Royce покупать вездеходы и диски за пол ляма. Прям как мои глаза радуются, когда я вижу, смотрю и сколько у них классных дисков. Не то, что CCD. Вот эти ставим диски за 97 тысяч. Хотя те были получше даже. Не получше, нет. Бред какой-то говорю. Короче, MG Edition 1, чем те были получше, что они, мне кажется, как будто немного больше были. Вот. Тонирок у нас есть. Блин, что-то разбилась она. Ну ладно. Значит что, цвет кузова у нас черный стоит, а не на серый стоит. Сделаем ее прям... Или черный? Не, черный у нас, и все нормально. Салон белый. Пусть будет белый. Мне белый тоже салон нравится. Добавим перламутра в краску. Вот. Можно сделать вообще его чисто черным. На черном перламутре. Вернее, без перламутра, просто черная краска. Ну, вроде норм, да? Такой чисто черный, тонированный, бандитский. Но я хочу... Я вот ездил, я как-то увидел, что можно добавить какой-то металлик, вот это перо. Вот как-то, чтобы он так переливался, он встает как-то более посветлее, например, вот этот Dark. Вот так он переливается, прикольно. Лучше, чем просто черный, как бы. Вот, также вот на крышке багажника можете увидеть разницу. Какой-то вот такой, что ли, сделать. Вот типа вот такого что-то. Поэтому добавим его... Сколько? 61 тысячу? Хера себе. Не, давайте добавим 61 тысячу. Погнали. В принципе, по внешке это все. Что я хотел сделать, это... Диски, как бы, MG Edition 1 обязательно. И, кстати, единственный автомобиль, на который я их не поставил, это Vito. Надо будет эту ситуацию исправить. А, еще 124-й, точно, у меня жестоко в этом диске. Вот. И наш CLS превращается в вот такой черный тонированный бандитский автомобиль. Да, бандитский CLS, ну да. Конечно, он не такой уже, можно сказать, вышел прикольным. Как был с синим цветом. Мне кажется, он стал какой-то более дешевый, когда я сделал его чисто черным. Я не хочу, конечно, преувеличивать, но когда я сделал чисто черным, мне кажется,
поле стали видны вот эти хромированные детали, прям они более яркими стали. Хотя это, мне кажется, я себя накручиваю, ну да. Кстати, да, что по номерам. Если у вас есть full блаты ААА на 77-м регионе, можете предлагать мне в ЛС, там ссылочка есть в описании, либо в комментариях. Будем с вами связываться и договоримся, думаю. Кстати, смотри, какой мустанг офигенный. Свитерши. Это тебе номер выпал такой на него? Нет, это не мой. Это вот девушка. Она салона его брала, да? Ничего а себе. А что за номер там? Что-то вижу. Триашки, нормально. Он как бы лучше, чем рандом. Смотрел недавно твой ролик и теперь тебя слышу, ё-моё. Вадимик, привет тебе. Если ты посмотришь еще этот. То есть я видео еще попаду, да? Ну, то есть да. Неплохо. Знаешь что, сейчас нам Гран будет ставить дрифтовый чип на CLS. Будем валить боком, уже один раз... Там гелик боком поехал, все-таки не наврал. Короче, да, я один раз на нем катался, мне капец, как он зашел. Вот, поэтому сейчас прокатимся второй раз. Знаешь что, чип нам поставили, теперь пробуем, кстати, валить. Вот сразу изменилось и поехал боком. Не, он вообще хорошо контролится. Не, ну вот рулится сейчас вообще идеально, мне кажется. Оп, закинул. Повернул. Не, рулёжки вообще ноль вопросов. Хотя вот он стал немного быстрее. Его теперь на большом угле не так хорошо стало контролить. Хотя, как несет его, конечно, повернуть будет, довернуть сложно, но... Не, вроде нормальный чип, типа. Да. Если не брать там сливу, вот это все, брать более-менее гражданский автомобиль. Хотя они добавят скоро на сливу вот эти все тюнинг, и они будут и гражданские, и обычные. Да, кстати. Вот, ручничок. И зашел. Ну, я понимаю, это особенно щипа, если тебя уже понесло, типа, в занос зашел, типа, довернуть очень сложно. А, именно довернуть? Именно ну, довернуть. Это... Вот ты сказал сделать быстрее, а когда делаешь быстрее, теряется управляемость. Да. Чем быстрее, тем как бы минус управляемость. Короче, пацаны, вот такая у нас щиповочка вышла. Вот навалить вроде норм. Как вы слышали перед этим, если на другие тачки добавлять, нужно добавлять мощности как бы немного. Но это уже индивидуально на каждый автомобиль. Сейчас я вам его в принципе покажу. Поэтому за такой эксклюзив можно влепить лайк и подписаться на канал. Так что вот, нажимаем B, трансмиссия. Дальше тормозная система, вот, колесные тяги, с конца будем начинать, вот вам, и подвеска, сказал и подвеска, и тут такой взрыв эпичный вообще на заднем фоне, поэтому держи, пользуйся на здоровье. Только я вам мог купить тачку, которая офигенно рулится и офигенно едет вообще до максималки по ускорению для дрифта. То есть там реально... Ненормальные чипы. Повезло только что. Понимаю. Ну ладно. Я пожалуй, выйду. Да, я тоже. Вообще, пацаны, кому надо CLS, забирайте. По запчастям будет стоять вот где-то вот здесь. Ру. А, да? Понацепляют своих обвесов. Не, старый должен. Давай. Не, ну это бред, конечно, вообще полный. Не, ну зачет за попытку. Да. За что, мы приехали на дрифт-трек, можно сказать, где все катают. Сейчас попробуем навалить на нашем CLS-е. Не на C-шке, а на CLS-е. Кстати, сколько у меня Мерседеса? Вроде же люблю больше BMW, а в итоге почти весь автопарк в Мерседесах. Понимаю. Короче, пробуем. Значит, вот так, какой-то вот, вот так как-то здесь сюда валить. Знаешь, вот тут. Не-не-не, тут, блин. Может, лучше хотя бы сначала показать тебе, как что правильно тут делать. Да ты что, охуел?
Даже будет он меня учить, дебил, да? Пойду тарелку помою. Ясно, все. Сбросили. Мне мотик переехали. Пошли, мы ебало набьем. Понял, как в этом третьем форсаже остановился такой. Подъехал, взял номерочек и уехал. В принципе, пацаны, на этом все. Вот такой вот видос вышел. Купили мы с вами лучшую тачку до 6 миллионов. Ну, как я считаю. Ну, офигенно выглядит. Офигенно едет и боком, и прямо. Также показал вам топовый дрифт-чип, который здесь есть. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные ролики. Пиши в комментариях, как тебе новый видос, посмотри, ждали ли ты его или нет. Нажимай на лайкос, помоги продвинуть этот ролик в топ. Не забывай про подписку на канал, ведь наша цель 3500 подписчиков к Новому году. Досталось буквально 30 человек. Я тебе буду очень благодарен. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми, никогда их не пропускать. Ну и с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны, и всем пока-пока.